Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Окровавленные бинты. Кто-то здесь перевязывал раны, должно быть, поранился, пытаясь забраться наверх. Что ж, по крайней мере, встреча с пантерами он избежал. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Получилось. Интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Сомневаюсь, что гарпуны захотят мне помочь. Непрошенный гость! Тебе здесь не рады! Да-да, я уже понял. О, ну его! Теперь еще порталы.
Фотолаборатория Моро. Надо думать, этот человек был здесь не по своей воле. А так машина. Что с ней делать-то? Пустая камера. Интересно, кого тут держали? Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Что ж, осталось выбрать вход. Июля. Сегодня, после многих... Значит, профессор не собирался усиливать мутации. Наблюдение 22-е. Несмотря... Полагаю, это также результат мутат. Наблюдение 30-е. Объект переносит это не лучшим образом. Эти яйца сами по себе примечательные. После мута... Наблюдение 58-е. Порой... Кроме того, после сегодняшней до... Трудно сказать... Годы экспериментов. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь впуск. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как... Значит, профессор хотел обратить мутацию вспять. А... Судя по записям... Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Yeah.
Прости, мне нужны твои яйца. Что ж, осталось выбрать вход. Хватит с вами. Нет смысла надевать полный доспех. Что с ней делать-то? Лучше бы снять броню и оставить оружие. Пора проверить, а на меня мужики профессора будут действовать так же, как на его сына?
Но! Плотва не так быстро. Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Погоди, плотва. Ты только вторую корзину собираешь, Бетти. Нехорошо. Осторожнее. Вперед, плотва!
Пошла. Приветствую, незнакомец. Не найдется ли вина? Из Эфира путь. О, это... Ибо... Ну, зна... Тебе... Вот. Мы вы... Так ты... Могу я посмотреть? Да. Я... Как ты? Я попробую... Предмет... Убить... Думаю, я... До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров! Ведьмачкой. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А идите все к дьяволу. Приветствую. Привет тебе. Ты только... Ты ремет? Ваш, слышал ли? Не с... Ве... Мою... То есть... Инак... Аку... И... Похоже, твой... Не... Ты у... Не бои. У меня при себе... Дорог... Мат? Небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Новиграда. Попытаю удачу там. Надо продолжать поиски.
быстрее. Надо его достать. Шевелись, плотва. Плотва.
Вижу, мои деньги не... Нет. Нет. Я... Тебе повезло. Это да. Дай-ка посмотри. Я принес деньги, чтобы улучшить твою... Твоя работа. Я гляжу, работа кипит. О, да, я за... Я изготовил не... Значит, ты можешь... Ты спрашиваешь... Дай-ка посмотрю. Спасибо. Не нравишься ты мне, красавчик. Он меня пугает. Не торопись. А другие... На пророк... Позволь, я...
Проще. Славится вечно. Я принес еще. Исключено. Теперь. Это точно? Все? Надо же. А еще у меня твое здоровье, если ху. Дай-ка посмотри. Thank you.
Спасибо, будь здоров. Скучно, серый. Какие проблемы? Приветствую. Покажи. Бывай. Пошла. Эй, ты! Ты кто еще такой? И че здесь шастаешь? Я ищу Ольгерда фон Эверека. А, он внутри. Мне нужен Ольгерд фон Эверек. Нету здесь такого. Кто же вы такие будете? А на кого мы похожи? На банду громил. Или на шайку бывшей солдатни из тех, кому повезло. Ха, вот тут-то ты ошибся. Мы все дворянские сыновья. И дочери. Так вы все-таки скажете, кто вы такие? Мы — вольная риданская компания. А еще нас называют кабаны, потому что на гербе кабан. Мне сказали, что тут я найду Ольгерда фон Эверека. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Тогда, думаю, вместо него ты мне поможешь, брат. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус, оставь его. Это я, Ольгерд. Говори, что тебя привело. Нет, нет, это я, Ольгерд. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгерд. Весело тут у вас. Я бы с радостью еще посмеялся. Только времени ждет. О, похоже, дело серьезное. Я насчет чудовища из каналов. Кажется, Ольгерд фон Эверек дал на него заказ.
А, так значится, ты ведьмак. Это многое объясняет. И что, например? Говорят, из вас выскребают все чувства. Видать, так и есть. Стоишь, будто жертв проглотил. Ну ладно, ваша милость, ведьмак. Пошутили и хватит. Ничем тебя не проберешь. Пойдем, отведу тебя к Ольгерду. Как тебя звать? Геральт из Ривии. Дам я тебе совет, Геральт из Ривии. Как придешь к Ольгерду, постарайся его заинтересовать. Заинтересовать? Это же ему нужен кто-то, кто убьет чудовище. Кто-то? Это не обязательно ты. Так что, если хочешь получить работу, смотри, чтобы Ольгерд не заскучал, а то он очень нетерпеливый. Атаман, тебе гости. А знаешь, какие скульптуры продаются лучше всего? Статуи башков, бюсты королей и голые бабы. И что ты принес? Я слишком трезв для подобных дискуссий. Я бы лучше поговорил о заказе. Скучный и мертв. Ладно, теперь спустимся к моей... Атаману! А? Виват! Давай, вы... Ну вот, теперь... Принеси нам вин... Есть какой-то... Повод всегда найдет. Чей? Новый сабельки суд... У меня уже есть для нее имя. Мы ее назовем... Расскажи мне... Я не знаю, что... Я бы не стал... Из-за этой дичи ты... Нет, она на ярмарке была с сестрой, то ли с... И... Эй, оставьте ее. Так-то вы обращаетесь с дочерью хозяина. Прости. Так о чем мы? А... Осталось еще одна... Не думай об этом. Верни... Это очень щедро, но... Ну, будь по-твоему. 450. По рукам. А отсюда ты все равно сможешь взять себе какой-нибудь сувенир. Я избавлюсь от чудовища. Принесешь сюда его башку, и награда себя ждать не заставит. Эй, ты, кошачьи глазки. А я... Давай. И... А вот... Ты была? Ну что? Сказал. Знай, найди. Пьют, курят, едят, веселятся, и пир.